Здравствуйте, с вами Елена Жарова и программа «Звездный мост». Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом важном чувстве – о любви. О том самом чувстве, которого ждет каждый из нас. А тот, кто дождался, пытается охранять его как самое сокровенное, что у него есть. Довольно часто бывает, что мы обижаемся на своих близких людей, обижаемся на своего партнера и не понимаем, почему он поступает именно так, а не по-другому. Часто пытаемся его переделать, так же, как партнер пытается переделать нас. С помощью астрологии можно понять язык чувств вашего партнера. Надо сказать, что в древности к астрологам довольно часто обращались правители или государи для того, чтобы заказать дату своего бракосочетания. В настоящее время также многие семейные пары обращаются к астрологам, но в частности ко мне, для того, чтобы узнать, в какой же день года лучше всего назначать дату свадьбы. Какой день года лучше всего считать отправной точкой для своей семейной жизни? Сегодня давайте посмотрим на те дни в мае, которые благоприятны для встреч, свиданий, романтических ужинов. Итак, давайте посмотрим на май. Самые благоприятные дни в мае. 2 мая. Это день романтики, но не стоит строить воздушных замков. Если ваш партнер обещает вам горы самоцветов, наверное, стоит внимательнее к этому прислушаться. Пожалуйста, присмотритесь к этому человеку. Может быть, он несколько преувеличивает свои возможности. Если ваш партнер преисполнен к вам чувство нежности, романтики, и вы чувствуете с ним духовное единение, наверное, это тот самый человек, который вам нужен. 11 мая хорошо говорить о детях, как о настоящих, так и о будущих. Поэтому, если у вас в семье или в паре есть некоторые проблемы с зачатием ребенка или с тем, что один партнер хочет ребенка, другой не хочет, именно в этот день вы можете обсудить эту тему. 16 мая. Хороший день для свиданий, но не для свадеб и не для помолвок. 25 мая, пожалуйста, избегайте ревности, не придумывайте себе тех событий, которые ваш партнер не совершал. В эти дни не стоит устраивать истерик, но также быть капризными. В конце мая очень хорошо обсуждать будущие события, будущие свадьбы, торжества. Вот буквально последние дни мая, 27, 28, 29, 30, 31 число. Итак, июнь. Хорошее время для свадеб и помолвок с 14 по 21 число. А теперь более внимательно я посмотрю на август и на июль. Пожалуйста, не планируйте на этот месяц свадьбы и помолвки. Если у вас назначено свадебное путешествие, перенесите его на сентябрь или октябрь. Надо сказать, что июль и август являются поворотными месяцами 2010 года. Могут происходить самые разные события, от природных катаклизмов до изменения границ государств. Я как астролог отношусь ко всем событиям, которые случатся в эти два месяца, несколько философски. Это очень важно. Интуитивно, позитивно и оптимистично настраиваться на жизнь. И именно сейчас, в мае месяце, в июне месяце, вы можете силой своей мысли изменить эти негативные факторы. Помните, что ваша энергия и сила вашей мысли намного сильнее, чем астрологические показатели. Хочу закончить такой фразой замечательного психолога немецкого Альфреда Ленгли, который не раз приезжал в Москву, читал лекции. И он говорит, что в правильном переводе фраза из Библии «возлюби ближнего своего, как самого себя» читается несколько иначе. «Возлюби ближнего своего, он такой же, как и ты». Если вы будете относиться терпимее к самим себе, а также к своим любимым людям, вы сможете избежать многих конфликтных ситуаций, а также многих расставаний в своей жизни. Ну а я вам желаю хороших свиданий, романтических встреч, чтобы все ваши любови и встречи были счастливыми, наполненные гармонией и радостью. А с вами была Елена Жарова и программа «Звездный мост».